Друзья, погода у нас наладилась. Посмотрите, сегодня яркое солнышко. Там у нас Олимпийские, Абхазия, ни одного облака. Там Сочи. Мы находимся в самой серединке. Адлер. Кстати, температура воздуха 19. Надеюсь, видно. Это воздух. Давайте водичку. Посмотрим. Опа. Ловись, рыбка. Большая, ловись, рыбка маленькая. Водичка 20, друзья. У берега. Сегодня воскресенье. Еще утро. Людей уже много гуляет. Вчера шторм был, шторм. А сегодня уже море успокаивается. Вот так коротко и наглядно, как говорится, о погоде в Абхазии, в Сочи. Умеете так? Я умею. Находясь в Адлере, можно наблюдать за погодой как в Сочи, так и в Абхазии. Если она и отличается, то незначительно, совсем чуть-чуть. А вчера жутко было холодно, такая висела снеговая туча прям. И чувствовала, что в горах идет снег. Ну, я и слышала, что там уже снег лежит. Люди рассказывали в Абхазию, когда ездил, говорят, а у нас уже снег в Абхазии, в горах, где повыше. И прям вот вчера снегом прям пахло, снегом. Таким снегом, знаете, сочинским, не сибирским.